Я сам с бедной семьи, посмотри на меня, я сижу в оборванной майке. Короче, я куплю только из-за того, что Кента пока, скорее всего, сидит третью часть, записывает какую-то. ЧЕГО?! Не могу купить, Артём, не донать. Сам бомжую. Братанчик! Да я ж, у меня копейки-то, копейки на баланс, да чё я сделаю? Здрасте, Кента ПГ на проводе. И прямо сегодня будет продолжение вашей любимой рубрики, в которой я раздаю голдишку стримерам. Но есть одно небольшое но. То, что в этот раз я буду не раздавать, как в предыдущих двух частях, а просить ее. Я притворюсь бедным школьником, которого заскамили, буду говорить: пацаны, ПЖ, помогите. И тот человек, который мне поможет, будет получать очень щедрое вознаграждение. Поэтому, ребята, надо быть добрее. Чтобы понимали, я уже 2 скинчика выставил. Это реально очень дешевая цена. Я не прошу там 1000, не прошу 1500. 80 голдишки, ядрить колотить твою за ногу. Поэтому я очень надеюсь, что мне сегодня кто-то поможет. Но вы, мои подписчики, прожмите лайк за такой нереально крутой контент, если хотите продолжение и больше подобных видеороликов. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Или пипирка отсохнет. Ну что же, а мы переходим к стримеру номер 1. Ну а теперь просто послушайте мой текст. Бро, я из бедной семьи. Меня обманули на мою единственную аркану. Прошу, помоги. Купи скин Т9 Тайды за 79.99 голдишки с наклейкой «Дракон». Прошу, бро. И попробуйте мне только не помочь после этого, господа. Все, погнали переходить к стримерам. Я только что, короче, залетел к Артигзе. И чтобы понимали, просто посмотрите его чат. Я-то думал, что я буду тут единственный попрошайничать. А у меня появился конкурент по имени Малик. Блин, тут чисто весь чат просит голдишку. Так, ладно, все, ребят, погнали к стримеру, у которого стрим идет. И первый наш стример — это стример Бас. Я ему уже написал сообщение в чате. И давайте посмотрим, как же он на него отреагирует. Или, возможно, меня просто сейчас он забанит, или его модератор, я не знаю. Ну! Заметь мое сообщение! Семьи, это я с бедной семьи, ты чё? Это я с бедной семьи. Братик, это я бедная. Давайте я еще раз напишу. Вы посмотрите, чисто вещат попрошайки. Я один из них. И ясен пень, мне так никто голдишки не даст. А что будет, если я ему кину донат? Давайте проверим. Может, хотя бы так мне дадут голдишки. Прямо сейчас должен прийти мой донат. Давайте посмотрим на его реакцию. О, пришел! Я с бедной семьи, меня обманули на мою... Прошу, помоги, родной! Соболезную. Помоги. Купи скин Тёк 9. Я не могу купить, я сам с бедной семьи, дядь, ты меня должен понимать. Голдишки с наклейки, а много холодику донял. Брат, я братик, сам с бедной семьи, посмотри на меня, я сижу в оборванной майке. На сломанном стуле, блин. Моник наполовину пробитый вообще, дядь. Я еле вообще соображаю, что происходит. Ты гонишь, я сам нищий. Отвечаю. Очень интересная реакция. Ребят, ну конечно, я его не осуждаю, это его личное дело. Но блин, братанчик, хоть бы просто заигнорил. Давайте я ему кину еще один донат, только уже в 2 раза больше. Возможно, хотя бы сейчас он купит мой скин за 70 голдишки. Братик, ты понимаешь, ты покупаешь мой скин, я тебе даю в 10 раз больше. Если бы он знал, что он получит, ребята, ай-яй-яй-яй-яй. Окей, все, кидай донат. Ну что же, кинул еще один донат, погнали смотреть на его реакцию. О, пришел второй мой донат, ура! Я с бедной семьи, меня обманули на мою единственную аркану. Прошу, помоги. Купи скин Тёк 9 Тайдай за 79.99. Ну! Всё, спасибо! Прошу. Короче, я куплю только из-за того, что Кента пока, скорее всего, сидит третью часть, записывает какую-то. Чего? Я отвечаю, это не постанова! Как он узнал, блин! Просто это мега странно, понимаешь, это мега странно, когда чел заходит, донатит 200 рублей, купил скин за 80 голды. Окей, я куплю. Меня спалили! Ютуб, привет на всякий случай. Давайте пишу, это я кинул. Лучше купи, лучше перестраховаться, отдать 80 голды и сидеть со спокойной душой, понимаешь? Тем более, понял, это кента фраза, типа, из бедной семьи, понял? Это чисто его фраза. Как он узнал? Я отвечаю, это не постанова просто. Я ни разу в жизни с этим парнем не списывался. Ничего себе. Блин, ну походу я реально спалился. Ладно, ребят, все, я думаю, что ему скин покупать не надо. Давайте ему напишу. Скажи привет, Ютуб. Кентку. Я так и знал, что это ты, кентуха. Я так и знал.
Я тебя насквозь чувствую. Не, я куплю скин. Я куплю скин! Дай мне купить скин, пожалуйста. А то он сейчас просто так запишет, что я, типа, я отказался покупать, понимаешь? Не-не-не-не-не, я куплю. Я ему пишу. Удачи, я пошел дальше. Все. Я не хочу, чтобы он покупал скин. Все, почины. Ну он спалил меня шаги до ПК, так уже неинтересно. У меня купи. Да, купи подписчика, купи у Саба. О, почины, я нашел этого стримера, чтобы понимали. Он у меня снимался в первой части. Он второй части это видео. И сейчас снимается в третьей части. Поэтому я ему сейчас напишу сообщение. Надеюсь, он мне поможет. Потому что я ему лично всегда помогал голодишкой. Давай, брат. Спасибо за лайки. Брат, прошу, ну. Я тоже из бедной семьи. Помоги тоже. О. Кинь донатик. Первый донатик будет за час стрима. Окей. Окей, брат, я тебя понял. Позаразира, погнали, кидай донатик. Он же сам сказал, кинь донатик. Все, брат, я тебя за язык не тянул. Так, давайте ему кину для начала 20 рублей. И ник сделаю Артем. Все, отправляю. Смотрите, что пишут модераторы. Смотри, что пишут модераторы. Зачем ты так говоришь, чтобы тебя оскорбляли? Обалдеть. Какие, вот почему так по-злому надо быть настроенным? О, мой донат. Давай, брат. Бро, я с бедной семьи, и меня обманули на мою единственную аркану. Прошу, помоги. Да сам не могу помочь, братик, сам не могу. Сам бомж. Не, ну, братик, надо помочь. С наклейкой дракон. Ну тарян, как братишка, так? Сам бомж, Артем, я бы с радостью, но... Ну как бомж, я тебе давал точно наличие на себя, я тебе давал 1000 голды или 2. Давайте еще раз донат ему кинем. Не, ну братик, ну пожалуйста, ну поделись. Давайте в этот раз ему кину донат 100 рублей, чтобы он точно вышел в плюс. Надеюсь, хотя бы сейчас он купит. Но я вижу по нему, он реально довольно-таки добрый парень. Вот реально добрый. О, пришел мой донатик, вижу, что он добрый. Поэтому реально я хотел бы вот его порадовать голдишкой, хотел бы, чтобы он тоже дал мне всего лишь 180 голды. Артем, не донат. Помоги. Купить. В смысле не донать? Не могу купить, Артем, не донать. Не донать, чего? Не смогу я все равно купить, братец. Сам бомжую. Братанчик! Обалдеть. Ну давайте я ему еще один донат кину, я не знаю уже. Брат, ну пожи, ну помоги, ну куда уже третий донат кидаю? О-о-о! Он как раз спалился балик, у него балик 5600. Братанчик, ну я хочу тебя порадовать. О-о-о! Давай, братик! Помоги. Ну! Ну! Да, братик, не донать, говорю же. С наклейкой дракона. Прошу, бро. Да не донать не смогу я все равно купить, брат. Не донать. Ё-моё, ну давайте так. Он хотя бы меня предупредил, говорит, кентуха, ну, не кентуха, говорит, Артем, не донать. Он мог уже 100 голды себе закинуть, пишут, типа, в чате. В этом-то и прикол, пацаны, что я кидаю больше, чем я прошу. Я прошу не 100 голды, а 80. Ядрыть, колдить-то его за ногу. Давайте пишем, бро, скажи привет, Ютуб. Ха-ха-ха. Сейчас посмотрим на его реакцию, он по-любому меня знает, по-любому. Так. Привет, привет, Ютуб, хи-хи. Сорян, не смогу, мне и так самому голды маловато. Брат, у тебя 5600. Знаешь, откуда я беру голдишку? Конечно, мы знаем, откуда берется голдишечка. Откуда? Конечно, булдроп. Конечно, булдроп, леди и джентльменс. А вам голдишечка нужна? Конечно, нужна, тем более там вышло обновление. Добавили новую коллекцию кастиков, поменяли много-много всего. Плюс помимо этого добавили обменник Мерлина, где вы можете на халяву получить крутые скины. И при том, я еще вам дарю бесплатный подарок. Бесплатный кассик. Прямо сейчас смотри, слово сверху, ты его вводишь и получаешь свой приз. Все нужные ссылочки есть в описании. Ну а мы идем дальше. Просто бесплатно зашел, залутал и ушел. Изи! О, ребятки, ну а следующий наш стример это будет Ацтек. Ну чё, давай, братанчик, сейчас мы посмотрим, насколько ты щедрый-то. Я ему только что написал сообщение, сейчас мы посмотрим на его реакцию. Я надеюсь, мне бы ему не придется донат кидать. Но если что, я отправлю. Короче, я написал сообщение, типа, я прошу голдишку, и там модератор мне написал всем по... Вы поняли. Давайте я, брат, отправлю донат. Я надеюсь, то, что Ацтеку не все равно. Тем более, я не прошу 1000, прошу всего лишь 70 голдишки. Ну чё, я кинул донатик, и теперь давайте смотреть реакцию. О, пришел. Донат, Артем, 100 рублей, спасибо. Подожди, Артем донатит 100 рублей и говорит, давай, я из бедной семьи, меня обманули, купи за 80 голды. Да! 100 рублей донатит. Да! Ну кто я такой, чтобы отказать в таком... Он что, реально? Купит? За 80 без проблем куплю, чувак, без проблем. Все будет сделано. Красава! Так точно, так точно. Спасибо тебе за 100 рублей.
Братик от души! Блин, я-то думал, то, что Ацтек меня заигнорит, он красавчик, он пишет, ща куплю, при том он не знает, что я кем-то ПК. Так, сейчас, по идее, он должен выйти в лобби, я так надеюсь. Он выходит в лобби и покупает мой скин. Давай, брат! Из бедной семьи, чел, надо купить. О, давай, родной! Молодец! Ну, в смысле обесценил? Блин, у них тут начинаются какие-то семейные разборки! Да просто купи мне скин и все! Прошу, купи скин Tech9 Tie-Dye. Блин, на какой душевный тип, красавчик. А брат, подожди, а за какой? А паттерн-то какой? Чел, а паттерн-то какой? Если я паттерн не написал. Паттерн скажи, чел, ты в чате где-то был. Стоп, да я паттерн забыл написать. Стоп, а какой паттерн? 562. Вот это я фрик, прикиньте, забыл. О, он лучше купит. Во, наклейка, вот, наклейка. Давай. Дракон, 500, давай. 562. Ты, да, 562, наклейка дракон. Давай. Все купили. Все, все купили. Все нормально. О, красава. Просто красава. Ну и сразу же кабанчиком я им отправляю следующий донат, в котором пишу: бро, ты прошел проверку и попал в видео Кента ПК. Выставляй скин за 800 г. Погнали кидать ему донатик. Деньги. Бро, ты прошел проверку и попал в видео Кента ПК. Я сказал. Выставляй скин за 800 г. За 800 г? Это дуэль 800 г. Обалдеть. 200 рублей. А, хорош. Ты один из немногих, кто купил. Чекайте чат, все просто в шоке. А вот этот модератор с ником Тин Ванга, когда я просил голду, он говорит, пошел на. Ну вы поняли, поэтому вот этому модератору дизреспект. Ты один из немногих, кто купил. Сейчас бы за 100 рублей-то не купить. Ютуб ку. 800.01. Все, купил. Купил. 3, когда? 2, 1. Я трейдер, видали, затрейдил 80 голды со своей добротой. Хорош, бро. Вот так вот, Ацтек, красавчик, прошел проверку на щедрость. Ну что же, а мы, ребята, будем переходить к следующему стримеру. Я не прям устал. Короче, только что попросил у стримера голды, он мне послал прямым текстом. Просто прикиньте, блин, как это неприятно. Я тоже не всегда даю, но я никогда там, ну, не посылаю никого. Блин, реально неприятненько. Ладно, идемте дальше. Бро, опа. Я с бедной семьей. Это еще какой-то начинающий стример, у него 2 онлайна. Купи, ты где, дай за... Помоги! Книжки. Ну? Наклейка драком просто. Смотря за качество, пацаны. Ну не знаю, это бред, мне кажется. Но, к сожалению, парень сказал, это бред. Окей, ты упустил свой шанс стать богатым. Идемте дальше. Так, ребятки, я нашел еще одного стримера с ником Хейлик. Это мой донат! Это, блин, я с ним дуэль играю, это мой донатер! Я его знаю, пацаны! Это типуля ко мне на стримы заходит, он очень хорошо играет, но легенда по рангу. Братанчик, ну пожи, помоги! А он игнорирует мое сообщение, игнорирует. Давайте ему даже донат кину. Как обычно, уже все привыкли к донатам. Все, кинул ему донатик. Погнали смотреть. Алло, я донат кинул. Оп, плюс 50 рублей, Артем. Бро, из бедной семьи, обманул на мой единственный рано. Прошу, помоги, купи. Ну? Брат, я раздаю свои голды, а в конкурсах в Телеграме. Ну понятно. Ё-моё, ну понятно, пацаны. О, пацаны, сейчас стримит серфер. Вы помните, я с ним снимал кучу видео. Я отвечаю, мы с ним не договорились. Я сейчас пишу своего твинка, он по-любому не знает, что это я. Сейчас посмотрим на его реакцию. Вы с бедной семьи меня обманули. Я да, с семьей, да, я не да. Чего? Бесят меня такие. Чего? Иди работай. Говорит, иди работай. Я ща ему напишу. Сейчас пишу с аккаунта Кента ПК. Давайте посмотрим на его реакцию. Когда напишу с аккаунта Кента ПК. О! Бро, я сбил. А! Он понял! Прошу, помоги, купи скин Tech9 Tie-Dye за 70. За сколько? За 79. Братан, да у меня 40. С бедной семьи. Бедным помогать же надо, наверное. Блин, да ты. Да я ж у меня копейки на баланс, да чё я сделал? Давайте напишу. А почему ты в начале меня оскорбил? Да он даже 20, да даже мне так не хватит. Братан, это... Ему не хватает. А чё он меня оскорблял? 18. А почему ты в начале меня оскорбил?
Я? Попрошайничать за этим, типа, плохо, плохо, попрошай. Работать надо, попрошай. Да ты чё, нет, да ты охренел, алё, ты на стримах у тебя там, эти, АВМ и Трашерхан, какой это? Всё понятно, всё понятно. Ну что же, ребята, если вам понравилось это нереально крутое видео, обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Надеюсь, вам понравилось подобное видео. Подпишитесь на мой телеграмчик, может там братва. Вот реально, все кто бедные, всем помогу. Потом братва, залетаем в ТГ, там будет розыгрыш халявной голдишки. Все, всех обнял, всем удачи. И на YouTube канал подпишитесь, проверю. Все, давайте, всем пока-пока.